Да. Наконец-то. Я уж думал, что потерял еще одного короля. Я просто собирал оружие. Рад слышать. Есть задание для тебя. У дороги, ведущей на запад, к Даске, Империя начала строить базу. Эту базу нужно уничтожить. Если ничего не предпринять, нас отрежут от западных районов и от всех усыпальниц, которые там находятся. Полагаю, ты уже знаешь Монику. Она расскажет тебе все подробности. Поговори с ней. Что делаем? Надо кое с кем поговорить и кое-что разгромить. Едем в форпост к Монике. Вспомните, мы же действительно видели, как... Какой-то большой объект. Да. Смотри, сколько огней! Как же это хорошо! И то верно. Они отпугнут демонов. Ваше Высочество, маршал рассказал мне о своем плане. Мы нашли способ незаметно проникнуть на имперскую базу. Я отмечу вам маршрут. Этот путь достаточно безопасен. Проблем возникнуть не должно. Это Моника. Она служит в Королевской гвардии. Как мы с Гладио? Она одна из лучших людей моего отца. Как и Дастин, который сейчас охраняет Ирис. Хорошо, что за стенами города мы можем на кого-то рассчитывать. Все норм. Меня еще на сотню таких же хватит. Снова в бой.
Остановимся на ночь. Состряпаю что-нибудь. Кор. Так, ну что? Я готов идти. Я еще не проснулся. Мы на месте. Thank you.
штрафовать тебя. Спасибо. Я знал, что Кор настолько крут. Я рад, что она на нашей стороне. Ха, хочешь пробить кому-нибудь череп? А то, я в деле. О, крушим черепа! Открой глаза, закрой рот! Полагаю, мясо у них съедобно. Идем добывать себе ужин. Робто, действуй! Эй, вы там! Неплохо, Робто. Хватит! Не промахнись! Нравится? Беги! Готов! Нор! Ага! Осторожно, Нор! Сам! Эй, Игнес, давай! Игнес, позвольте! Все гораздо проще, чем казалось. Как обстановка? Болен. Это переходит все границы. Рука дрогнула. Может, я один такой, но лично мне их жаль. Ты не один такой. Но тут либо убиваешь ты, его нужно вернуть. Спасибо. Думаю, владелец этого жетона был бы рад, что его нашли. Надо размяться.
Мы на месте. Кажется, у меня камушек в ботинке. Так вытряхни. Ага. Не рановато ли? Не, самый раз. А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Здесь мы разделимся на две группы. Принц Ноктис, идите вперед и найдите маршала. Остальные помогут мне отвлечь внимание противника. Увидимся, удачи! Задаем жару, и мы сделаем то же самое. Зажмем врага в тиски. Мы вдвоем атакуем с тыла, а силы поддержки будут теснить его по фронту. И хорошо. Иначе бы ты всем только мешался. Я бы один справился. Такая уверенность может тебя погубить, принц.
Отлично. Это тебя отвлекает. Да, да. Нокт! Маршал, рад снова тебя видеть. У вас все нормально? Все путем. Имперцы не могли от нас глаз отвести. Спасибо, вы их отвлекли. Эй, вы там! Не с места! Да это же сам Кор. Так значит, ты выжил в цитадели. Но моего сюрприза ты не переживешь. Твоей легенде давно нужен финал. Падай! Довольно!
Я не могу умереть вот так! Нет! Не может быть! Во имя Нифельхейма! Ромта, действуй! Великолепно! Хорошо. Посмотрел на тебя в деле и на душе спокойнее. Теперь я могу за тебя не волноваться. Я снова займусь сбором сведений о действиях Империи. Береги себя и до встречи. А за городом неплохо, когда привыкнешь. Но мы еще многого не видели. И у нас еще куча дел. Да, точно. Встряхнитесь, все только начинается. Так значит, принц избежал смерти. А что насчет кольца? Луна Фрея сбежала с ним. Найдите ее и убейте. Главное, это кольцо. Возможно, нам лучше взять ее живьем. Сила шестерых столь велика, что человеческий разум и вообразить не способен. Оракул — это королевский ключ к ней. Она может стать ключом ко многим тайнам, не так ли, главнокомандующий? А что такое? Имперская армия теперь в полном вашем распоряжении. Лорд Рабус. Толку-то? Мы же все равно не знаем, где беглецы. Я не успокоюсь, пока принц и Оракул не окажутся у нас. Как он сияет! Мой кристалл! Большой мир, встречай нас! Наконец-то мы уедем из этого пылесборника. По сравнению с другими регионами, Лейда кажется крошечной. Чем больше, тем лучше. Больше увидим, больше сделаем. Сначала будет Даск. Регион, знаменитый своими болотами. Серьезно? Болото? А еще там есть лес Чокобо. Вот это совсем другое дело. Дальше на запад находится Клейн. А в нем город Листал. А, это ведь туда Ирис направляется, да? Если ее ничто не задержало, она уже должна быть там. Возможно, она даже уже видела метеорит. Метеорит шестерых? Он самый. Его тепло снабжает энергией весь Листал. Ого! Вот это круто! Я тоже мечтаю его увидеть. Ехать придется долго. Перед выездом надо заправить полный бак.
Думаю, мы уже достаточно хорошо изучили эту местность. Давай, садись за руль, Нокт, если ты так этого хочешь. Кто бы это мог быть? Алло? Нокт, ты? Ирис. Это правда ты? Как я рада слышать твой голос. У нас все хорошо. Нам удалось добраться до Листалума. Мы уже устроились на новом месте. В общем, когда приедешь, дай знать, чтобы мы могли встретиться. Да, так и сделаю. Надеюсь. Это Ирис? Нет, чтобы родному брату позвонить. Ну, это же не твой некролог. Транслировали по всему Люциусу. А как же я? Обо мне она что-нибудь сказала? Ты только посмотри! Чокоба! Чокоба! Нет у нас на это времени. Мы едем в Листалум. Туда еще 100 лет ехать! Давай завернем, а! Ладно, давай туда заглянем. Будет весело! Ты готов сразиться? В королевского рыцаря? Ха, готов. В таком случае я с тобой. Какая встреча? Вы здесь надолго? А то мне бы не помешала ваша помощь в поиске жетонов. Это же Саня. Ты ее знаешь? Общался с ней как-то раз, еще в молоте. Точно, ты там с кем-то увлеченно болтал. Она много знает о дикой природе, это может быть для нас полезно. Иди, познакомься с ней. Thank you.